Ну что? 9,5. Ну нормально. Глубина приличная. Да, он хорошо сел. А нагрузка на двигатель? О, я сейчас не гляну. Потому что, ну, дымка и нету, такой нету, да? Она сразу чувствуется, когда есть нагрузка, земля, сразу земля просто мягче стала, да, поэтому и легче. Когда есть нагрузка, и он сам трактор чувствует. Он начинает свистеть, да, гудеть. Да, и он ну, как его кто за жопу тянет. Вот. Поэтому диски можете вообще не поднимать. Ну, я их только что приподнял. О, нормально получается. Вот, как раз тронул, я их не поднял. Да. Ну, когда все. Так, не поднятые, да? Да, да. Так, ну здесь Бирюкову. Да ему, по-моему, на ночь хватит. Притом она косяком идет. Ну, хватит. Ну, если бы такая погода постояла, хорошо. Да. Это мы отсюда на уровень. Там сделаем, потом под Копаево. Возле Копаева тогда будем работать. Угу. Ладно, поедем.